О дружбе не только на трех языках могут рассказать и спеть ученики школ Щелковского района. Гостей из города-побратима Химер пригласили на музыкальный фестиваль «Сонгфест», прошедший в школе номер 17. Так для ребят из Германии началось знакомство с городом Щелково. Участники концерта исполняли песни на английском, французском и немецком. Мы проводим второй год подряд праздник «Сонгфест». И для нас, конечно, большая честь, что делегация из города Хемера в количестве 28 человек и в сопровождении учителей прибыли к нам сюда, в школу. На фестивале с музыкальными композициями выступили ученики школ не только Щелковского района, но и Звездного городка. В зале можно было услышать классику зарубежной эстрады. С большое впечатление произвел на нас концерт. Очень хорошая программа. Песни это и на английском языке, и на немецком. Также для гостей из Хемера провели экскурсию по школе номер 17. Мы были удивлены, что в нашей школе открыт клуб фитнес-клуб. В Германии этого нет. У них много мероприятий, где проводятся в спортивных залах. Но чтобы отдельно был фитнес-клуб, у них он не зарегистрирован. Мне очень понравилось в школе. На нас произвело оно большое впечатление. Она новая, современная, красивая школа. Понравились отношения между собой учеников. С нами подружились они. В общем, мы под большим впечатлением. Посетила делегация из Хемера и сквер городов-побратимов, в котором еще 26 лет назад появились первые деревья, посаженные жителями Германии в знак дружеских отношений с городом Щелково и Щелковским районом. Молодой клен станет еще одним символом дружбы между городами-побратимами Щелково и Хемером. В этот раз дерево посадили совсем еще юные жители Германии, учащиеся хемерских школ. Конечно, этот сквер является символом дружбы, мы в этом уверены. И для нас была сегодня большая честь посадить два дерева, потому что мы одна из самых больших делегаций из города Хемера. И мы хотим, чтобы наша дружба между нашими городами росла и развивалась так же, как эти деревья. В Хемере сажают деревья, там тоже есть аллея березы русские. Более 46 берез каждая делегация, которая посещает Хемер, там сажает одно дерево. В завершении экскурсии по городу Щелково делегация посетила мемориальный комплекс «Аллея памяти», где ученики хемерских школ возложили цветы к вечному огню в память о воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».